В России зафиксирован новый суточный максимум смертей среди зараженных коронавирусом – 1247 человек. В Белгородской области за сутки еще 12 умерших. Это четверо жителей Староскольского округа, а также пациенты из Красногвардейского, Белгородского районов, Грайворона, Нового Оскола, Губкина и областного центра. Теперь в региональной статистике 1410 летальных исходов, в том числе 387 – староскольцы. За 24 часа на Белгородчине прибавилось 353 новых положительных теста на коронавирус. Выписаны в связи с выздоровлением 354 человека. В ковид-госпиталях 3463 пациента, 120 подключены к КВЛ. Еще более 7000 проходят амбулаторное лечение. Полный курс вакцинации завершили 790 188 жителей области.